С лета 1921 года совнаркомом ТАССР руководил Кашаф Мухтаров. Именно в годы его правления молодой республике пришлось столкнуться с ужасающими бедствиями – голодом, засухой и эпидемией. Несмотря на то, что советская Татария выстояла, Кашаф Мухтаров также впоследствии стал жертвой репрессий. Он был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян в 1937 году. В Карелии на этой неделе возложили цветы к братской могиле, где похоронен Кашаф Мухтаров.